Не, почему? Ты ее сумка. Ну, каждый день три заказа, по чуть-чуть выносим и продаем наш товар. Как, почему? Надо кушать, надо что-то делать. А в Абхазии? В Абхазии, конечно, есть работа, но очень мало работы. Ну, мы хотим, чтобы наша Россия победила. Мы болеем за Россию, конечно. Лучше стало, да, в Абхазии. Просто в Абхазии зарплаты маленькие, очень, не знаю. В штатном работе, например, человек получает 5000, 5-10, от силы больше нет таких зарплат в Абхазии. Вот это, не знаем даже, кому это говорит вообще. Это вопрос задавали, и все там, и глохнет, и все. И никуда не переходят эти слова. Спасибо. Спасибо.